В Тверской области отремонтирован и введен в эксплуатацию участок дороги Тверь-Бежес-Весьегонск-Устюжна. Работы проводились по технологии регенерации. Наша съемочная группа побывала на новом участке автодороги. Подробности в следующем сюжете. Дорога Тверь-Устюжна обеспечивает транспортное сообщение столицы Верхневолжья с районными центрами северо-востока региона, а также предоставляет выход в Вологодскую область. Помимо этого, она является туристическим маршрутом к Рыбинскому водохранилищу и ведет к градообразующим районным предприятиям. Ремонт дороги осуществляется в два этапа. В этом году отремонтировано 25 километров в Ромешковском районе, а в следующем также отремонтируют 25 километров в Бежецком и Ромешковском районах. Обновление дороги осуществлялось по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы проводились по технологии регенерации. Она предполагает использование старого асфальта, который перемалывается в крошку, потом добавляется битумная эмульсия и укладывается как основание. Такой метод позволяет предотвратить появление трещин. На этой дороге было отфрезеровано существующее покрытие, положено верхний слой основания из регенерируемой асфальтобетонной смеси, существующей, уложен выравнивающий слой, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на дороге отремонтированы съезды и карманы автобусных остановок, укреплены обочины, вырублен кустарник, установлены дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком. Материалы, используемые при ремонте, были привезены из Карелии. Для увеличения скорости работ подрядчик установил свой собственный асфальтобетонный завод. Это и ускоряет процесс, это уменьшает издержки нас, как производителей, на перевозку смеси. Это темпы увеличивает, потому что меньше плеч перевозки, меньше потери на перевозку самих и расходы и все остальное. То есть все в одном месте, и чем ближе, тем лучше. Всего в 2019 году в Тверской области в план дорожных работ включено около 550 километров региональных и местных дорог. Из них 104 отремонтировано по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в национальном проекте дает возможность не только улучшить дорожную инфраструктуру, но и повысить деловую активность, мобильность населения региона, создать условия для развития туризма, считает губернатор Игорь Руденя. Отметим, что недавно Росстат опубликовал данные, какие автомобильные дороги местного значения соответствуют нормам и стандартам в 2018 году. По Центральному федеральному округу Тверская область заняла второе место.